В 2026 году мы выйдем на профицит в энергетике и начнем экспортировать электроэнергию. Об этом сказал председатель Кабинета министров, руководитель администрации президента Акылбек Джапаров, выступая на народном Курултае. По его словам, в целях устранения дефицита электроэнергии в 2023 году введены в эксплуатацию 5 малых ГЭС по 71 мегаватт, 5 солнечных электростанций, 2 гидроагрегат Туктугульской ГЭС. В 2024 году мощность вырастет на 178 мегаватт. В частности, будут введены в эксплуатацию 25 малых ГЭС, еще один гидроагрегат Туктугульской ГЭС. В следующем году будут введены в эксплуатацию солнечные электростанции мощностью 700 мегаватт, ГЭС Баласару мощностью 5 мегаватт в Таласской области. Также в 2024 году в 300 тысячах местах будут установлены счетчики АСКУЭ, что сократит энергопотери. Глава Кабмина остановился на реализации крупных энергопроектов. Завершаются подготовительные работы по Гамбаро-Тинской ГЭС-1, туннели, дороги, линии. Ведутся переговоры со Всемирным банком о первом этапе строительства. Начинается проектирование Казарманского, Кокумиренского, Чаткальского каскадов и линии Кемин-Тургарт мощностью 500 кВт. В 2024 году работы по проекту «Касса-1000» в кыргызской части будут завершены. Через 2 года заработает Куланакская ГЭС. В 2026 году мы выйдем на профицит в энергетике и начнем экспорт электроэнергии, сказал Акылбек Джапаров. Председатель Кабмина продолжил, что в 2024 году Кыргызкоммунэнерго начнет экспорт угля в Китайскую Народную Республику с 4 месторождений – Акулак, Уремзан, Каракиче, Бешбуркан. До 2025 года в Нарынской области будет построен завод по обогащению угля. Акылбек Джапаров также отметил, что в 2024 году будет получено 30 тысяч тонн битума и заасфальтировано 450 километров дорог. Между деревнями проложен асфальт. Тоннель Кюкарт на автодороге «Север-Юг» будет завершен, дорога будет открыта. В сфере туризма будут открыты 4 места с такими же условиями, как в государственном природном парке Аларча. В 2024 году будет завершено еще 20 километров железной дороги Балыкчи-Кычкор. Ожидается, что в 2024 году она будет полностью введена в эксплуатацию. Технико-экономическое обоснование проекта железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан завершено.